Привет всем подписчики и зрители моего канала, с вами Диспетчер, и сегодня я вам покажу очень страшный ролик. А страшный он будет, потому что там был необычный НЛО, и он появился именно в облаках. Давайте я сейчас рассказывать не буду, вы посмотрите, а потом мы с вами начнем рассказывать. Смотрите. Впечатляет, да, дорогие друзья? Необычный корабль, где-то метров, наверное, 40, мне так кажется. Да, я увеличил, и вы, наверное, увидели, как он вертится. Такое ощущение, он вертелся против часовой стрелки или по часовой. Я точно не помню, я не смотрел так тщательно. Но вы, наверное, увидели, что корабль вот так крутится. И очень поразительно, он появился ниоткуда. И, кстати, этот ролик, я забыл вам сказать, что был снят Германии. Очень удивительно, да? Что могло его туда привлечь? Я не знаю, может, вы знаете. И я решил эксперимент сделать, опять как всегда. Я люблю эксперименты, вообще это любимая фишка, мои эксперименты. Я сейчас буду добавлять всякие цвета, и чтобы увидели, что это настоящий ролик, я буду смотреть с оригинальным пейзажем и что подставлено. Но вы сами все поймете, что холодное красное, то есть холодное красное, теплое. То есть это такая фраза, что вы увидите все своими глазами. Давайте я сейчас начну делать, а вы смотрите, дорогие друзья, смотрим.
ну что, вы увидели, что я сделал, и какой вывод из этого надо взять, дорогие друзья? Да, этот ролик настоящий, сам корабль, он необычного такого явления. Если кто у нас глазастый, увидел, что у него есть такие пупырышки, такие, знаете, как идут от протектора автомобиля. Вы там можете посмотреть сами, если вы мне не верите. И я не видел, конечно, его двигатель, потому что, скорее всего, у него двигатель был снаружи, я точно не уверен, может, внутри, может, он там скрывается, может, там третья, десятая. Но удивительно в том, что, дорогие друзья, он оставался на весу. Он даже не шарахнулся, даже ветер его не покачнул. Что может быть это? Такое ощущение, что корабль, это его вот именно, что он на воздухе стоит, ему как-то плевать. Воздух, там холод, ветер, зима, там холода, ага, лед и так далее. А он даже не шатается. Подозрительно, да? Я мог ссылать на то, что это компьютерная графика, но тут, увы, видно, когда компьютерную графику подставляешь, там видно всякие пиксели, всякие там такие, знаете, зарисовки, там замазки и так далее. Но тут-то этого нету. И что получается? Мы пока с вами вот пытаемся заснять что-то интересное, а на самом деле интересно это снимается тогда, когда все рядом. Да, четкость ролика подлинный, потому что, ну, если вы на патефон еще что-то снимаете, видно, заметно, что замазано специально, чтобы делать эффект, что, знаете, затуманный эффект, который вам в глаза не бросается. Что здесь? Здесь оригинальный ролик в том, что он снят где-то, вот как я и сказал, в Германии. Реакция его, да, можно сказать, что нулевая. Но суть в другом, что тут идет, дорогие друзья, именно вот когда увеличиваешь, пиксели нарушаются. Да, вы можете это сейчас остановить и сказать, да, когда при любом увеличение ролика пиксели видно. Кстати, тут также получается, что это настоящий ролик, а вы думаете, что не настоящий? Ну, я не знаю, как вы, дорогие друзья, но на вашем месте сейчас я бы вот это задумался и подумал, что это сделан именно тем человеком, который, наверное, не знал, что заснял. Вы можете оставить комментарий под этим роликом, подписаться на мой канал, кто новенький, кто может вообще колокольчик ставить, и не пропускайте мои ролики, дорогие друзья. С вами, как всегда, был диспетчер Кися, и я убегаю вам снимать следующую, то есть показывать ролик, но и снимать я хочу тоже, уехать в одно место, но в этот раз я вам покажу. До новых встреч!